Абай Кунанбаев. На смерть Абдрахмана. Простился с миром Абдрахман, лет 27 прожив всего. Когда вам свет сознания дан, возможно ли с кем сравнить его? Корысти дух его не влек, сроднею был, всегда он мил. Бог от гордыни уберег и чистым смехом наградил. Не знал покоя до тех пор, пока не вызвал вкус наук, пока не вышагал простор земли неведомой вокруг. От долгой жизни есть ли порог, когда нет мудрости седин, невежда тоже, что с урок, без света Божьего в груди. Он в Петербурге знал еще о том, что болен тяжело, но с детства стойкостью взращен, он молча ждал судьбе назло, порой ронял полусерьез, мне лет пророка не дано, смеялся, чтобы не знали слез все те, кто к ним привык давно, наукой жизнь себе продлил, пусть и была так коротка, он знанием столько душ споил, как полноводная река, изъездил Крым и Туркестан, Кавказ, Россию и Сибирь, он жить не мог, не зная стран, не обнимая целый мир, как промелькнувший метеор, не задержался на постой, ах, что могли вменить в укор его безгрешности святой, с судьбой войдя в немую связь, доверясь сердцу и уму, самою смертью примирясь. Он не раскрылся никому, поверил лишь бумаге он, как любит на своих родных, как пред женой удручен за то, что долг его велик. Столетний старец не познал того, что ведал он, юнец, отец. В конце он написал: «Не убивайся так, отец, я завершение старины». А он был нового вождем, стекают слезы, солоны, осиротел я стариком, беда, горчайшая из бед, он был моей живой водой, как будто в глаз камчой задет, давлюсь, захлестнутый слезой.